Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня умер Децл. Есть такая песня у Беломорса «Сегодня умер Децл». Но Децл действительно сегодня умер. Значит, как я относился к Децлу? Децл относился не очень хорошо, потому что его сделал папочка. Сделал папочка, у него много было втюхано денег в Децла. Ну, однако, у него хорошая песня была о легалайзе. И он был сторонник легалайза. Я, как сторонник легалайза, также скорблю, потому что это человек, который был сторонником легалайза, как и я. И это, значит, мой собрат по борьбе за легалайз. Поэтому я никогда не думал, но я скорблю по Кириллу Талманскому Децлу, да, и желаю ему благоприятного перерождения. Если он был христианин, то желаю ему христианского рая. Если он не был христианин, то желаю ему успешного перерождения в каких-то хороших мирах, или у нас снова родится человеком и продолжить борьбу за легалайз. Вот такие дела. Так что я просто еду на эскалаторе, поэтому мне надо сейчас повернуться. Так что вот такие дела, дамы и господа. Почтим память Кирилла Далманского, более известного как Децл, человека, который боролся за легалайз. И мы, несмотря на то, что Децл не дожил до легалайза, мы доживем до легалайза, потому что легалайз будет. Мы доживем до легалайза непременно. Вообще мы идем не туда, нам надо на другую ветку. Мы просто сюда зашли и сказали, что легалайз нас непременно ждет. Мы дождемся смерти тирана Путина. Мы дождемся смерти вот этих всех единороссов гребаных. Мы дождемся их смерти и гибели. Как они побегут, как тараканы из страны, испуганные народным возмездием. И дело Децла, дело 3N7 за легалайз будет продолжаться. Всем спасибо за внимание, всем пока.